Для развития детского парусного спорта в регионе планируется создать новый современный яхт-клуб. Об этом стало известно в минувшие выходные. В городе открылась 4-я международная детская парусная регата на Кубок губернатора Нижегородской области. Участники – 54 юных спортсмена в возрасте от 9 до 15 лет из российских и зарубежных городов. Люблю сильный ветер, откренивать. Как и полагается настоящим яхтсменам, мне, конечно, в первую очередь понравилась Волга и то, что город стоит на реке. Здесь, в России, удивительно веселая и дружелюбная атмосфера. Мой сын принял участие в прошлом году в этой регате, и он был так рад принять здесь участие, и я был так горд за него, что в этом году даже решил вместе с ним поехать в качестве тренера. Эта регата намного сложнее. Ему здесь очень понравилось, и сама организация, и как проходила. К нам регулярно приезжают спортсмены из других стран. И уже за этот период у нас были спортсмены из Сербии, из Белоруссии, из Армении и Германии. Также очень сильно представлены регионы России. Это Екатеринбург, Архангельск, Москва, Московская область, Севастополь и другие регионы, Самара. Вот. И наши спортсмены достойно выглядят на фоне других. Правительство Нижегородской области уделяет огромное внимание развитию парусного спорта у нас в регионе. Нижегородские дети детского речного пароходства собрали фактически все первые места в стране. Судомоделизм, весь пьедестал в Санкт-Петербурге, нижегородцы. Военно-историческая игра, нижегородцы. Русское географическое общество Шойгу и Владимир Владимирович Путин вручают Нижегородскому детскому речному пароходству лучший военно-патриотический проект страны. Партия «Единая Россия», которая постоянно поддерживает программы по довузовскому образованию детей, как раз мы стимулируем, способствуем, помогаем вот таким организациям. Там идет современное всестороннее развитие личности. Мы не должны еще забывать, что одновременно с этим мы готовим будущих офицеров российского флота. Поэтому, конечно, здесь мы понимаем, что надо делать. Еще достаточно таких амбициозных идей. Нужно сделать хороший яхт-клуб, современный яхт-клуб. Мы сейчас подбираем определенную площадку. Ну, а сам-то спорт, он прекрасный. Красиво все, там нет возможности там время тянуть. А с другой стороны, нужно быть храбрым, выносливым, сильным.